Вечер, доброй ночи. У нас вот уже с первого раза не получилось выйти в онлайн. Пробуем второй раз. Надеюсь, что сейчас все получится, потому что сейчас очень такой тяжелый и напряженный трафик. Вот я уже об этом сказала в предыдущем неудавшемся эфире. Будем надеяться, что сейчас все-таки интернет-соединение нас, да, пропустит. Мы сможем провести этот онлайн-эфир. Сегодня наши гости Анастасия Кобекина. И вот я уже вижу, что она готова к нам присоединиться. Друзья, надеюсь, что вы хорошо провели пасхальные праздники. И вот уже сейчас мы узнаем, насколько хорошо их провела Настя. Всем привет, привет. Привет, 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 привет. Настя, привет. Привет. Как твои дела? Как Отлично. дела пасхальные, как дела самоизоляционные? Расскажи. Ну, как у всех, с переменным успехом. Каждый день это по-разному. Иногда не хочется вставать, иногда полная энергия. Вот я вчера помыла все окна. Ух ты, слушай, какая ты молодец. Вот я еще, к слову, даже об этом не думала. Я еще не на той стадии. Придет, придет. Подожди, это разные стадии Понятно. сумасшествия. Слушай, Настя, а скажи, где ты сейчас находишься, чтобы мы просто понимали, о какой стране идет речь? Ну да, я сейчас недалеко от Женевы. А, прекрасно, то есть швейцарские окна. Ну, швейцарские окна мыть гораздо приятнее, чем российские. Ну, ты знаешь, они, так сказать, все равно они отличаются своим главным фактором, они грязные. Но теперь-то уже чистое, а у меня все еще грязное. Да, меня Ничего, я думаю, отпустила. сейчас нас продлят, и поэтому у меня будет Мы возможность, еще так сказать. успеем, все, все, да. Не только до окон руки дойдут. Настя, слушай, ну это практически вот у меня эфир называется «Лофт-терапия». Я приглашаю участников для того, чтобы они поделились, так сказать, лайфхаками выживания, Вот. лайфхаками занятий. Ты как-то, Вот. по-моему, переоценила меня в качестве советчика и так далее. Ну вот, могу что посоветовать? Успокаивающий чай, Вот у меня который тоже, у меня чай здесь... готов. Ты готова уже, да? Я вот Да. думаю, в 12 часов дня мне казалось, что я буду себе наливать бокал вина, но, как ты видишь, не состоялось. А какой чай ты употребляешь? Чем ты балуешься? Ой, чай, я, честно говоря, не знаток в этом смысле, поэтому какой был, такой и Ну, сварил. какой был в Вот у этом? меня папа, вот папа, он прямо обожает заваривать, понимаешь, для него это целый ритуал. Поэтому я так на него смотрю, восхищаюсь, а сама просто так. Для меня результат важен. Скорее. Понятно. Настя, ну все, конечно же, просто буквально меня заставляли задать этот каверзный вопрос. Ну, насколько Давай, тебе сколько удается... я занимаюсь, Да, конечно. да. Тебе Да. удается заниматься как бы на самоизоляции? Или все-таки... Знаешь, этот вопрос для меня лично, он абсолютно не каверзный, потому что я, зная, как бы подозревая, какой график, я вполне спокойно отношусь к любому ответу, и я думаю, что аудитория тоже примет любой ответ, поэтому скажи, как есть. В общем-то. Вот, ты знаешь, я не могу в целом сказать, что как бы я вот каждый день упираюсь в репертуар. Бывает так, что я, знаешь, нахлынет, и я начинаю срочно разбирать там Прокофьева концерт симфонию. Знаешь, вот 2 дня, 2-3 дня прямо вот, знаешь, вот, не вставая часами. И все. А потом следующие 4 дня, знаешь, ну просто... Ну, честно говоря, что вот единственное, что как бы я играю каждый день гаммочку, это как бы несложно, успокаивает совесть, как бы ты можешь сказать, что ты, в общем-то, нет, я что-то делал сегодня, не занимался ничего, не, хотя бы сыграл фа диез мажорчик, вот, Ну, фа но... диез мажорчик для того, чтобы сыграть-то. Мы-то знаем сложность этой тональности, подозреваем, да, Да. дорогие друзья? Мы-то знаем, насколько это непросто. Ну, я-то могу Настя. сказать фа диез мажорчик, на самом деле, может, я до мажора. Ну, мы это уже не проверим, это как бы на суд зритель, на суд совести, Да. У собственно. нас же на Поэтому... Инстаграм, понимаешь, надо же как-то показывать свою жизнь с прекрасных сторон. Знаешь, между прочим, касательно Инстаграма, по крайней мере, ну, я думаю, что в жизни на самом деле тоже, тебе это прекрасно удается. Вот я посмотрела вот эти вот потрясающие свежие публикации «Балалайка» и «Виолончель», «Бубен» и «Виолончель». Причем «Бубен» и «Виолончель» — это же твой папа, я Это так понимаю, да? папа, да, папочка. Он, я не знаю, я не вижу, а может быть, не смотрит, кстати. У меня А может родители быть, и в смотрит. Москве.
В Москве, ну, как ты понимаешь, как бы до их поколения Инстаграм еще не так вошел в их жизнь. Вот WhatsApp — это как бы самое то. В следующий раз в WhatsApp встречаемся, ребят, все понятно, живет она, потому что, как бы, если смотрит папа, смотрит весь мир, понимаете, если что. Ну ничего, я права рекламы. Да. Не, на самом деле, ты знаешь, я должна тебе сказать, что я была поражена как бы креативом этого контента. Такие молодцы, транслируете позитив. Потому что сейчас, знаешь, Настя, вот скажем честно, ну мы музыканты, понятно, мы спасаемся, сели за инструмент, все, ушел на часы, тебя как бы нет, тебе в кайф. А вот аудитория, что им несчастным делать? Они же отрезаны от концертов, записи все уже твои просмотрели до дыр. Что делать? Вот я спасала ситуацию, ты понимаешь, выложила ваш, так сказать, бис. Сашей, понимаешь, туча писем вообще, когда мы уже выйдем, если с Настей диалоговое окно, я говорю, прямо с языка сняли, и первый раз в жизни я раскололась, кто будет следующим участником, а так, интрига, никто не знает следующего расписания. А я так волнуюсь, мой первый эфир. Серьезно, первый эфир? Слушай, ничего себе, я думала, тебя уже позвали просто везде и вся. Как тебя могли отпустить? Не знаю. Мне как-то, знаешь, честно говоря, как бы хорошо в этом небольшом затворничестве, и я как-то не отношусь к тем людям, которые готовы играть онлайн-концерты, поэтому это объясняется разными причинами. Ну, во-первых, как бы, мне кажется, что это как бы качество все-таки страдает, и это, да, может быть, для тех людей, которые не занимаются профессиональной музыкой, они как бы для них это прекрасная как бы возможность увидеть, услышать, но все-таки, мне кажется, это не сравнится ни с записью дисков там, или живых даже концертов. И как бы я пока что не поддалась ни на одну эту уловку. И не знаю, мне кажется, что это время прекрасно использовать для того, чтобы просто жить в таком более замедленном образе. Честно, вот чисто для меня это прекрасно, я как бы наслаждаюсь. Настя, слушай, ну хорошо, вот онлайн-концерты нет, а, допустим, онлайн-мастер-класс, если вот ты кому-то дать, ну, к тебе обратятся за помощью, там, младшие, так сказать, товарищи, да, ну, или, я не знаю, да, кто-то из желающих, из поклонников, из профессионалов, вот в таком формате ты бы поработала, ну, вот ради интереса, раз такая ситуация? Ну, так, честно говоря, знаешь, как бы учить кого-то — это брать ответственность, в общем, на себя и как бы ставить себя в позицию наставляющего, понимаешь? Я пока не чувствую себя достаточно, знаешь, зрелой для этого. Нет, я понимаю, как бы для таких, да, знаешь, говорить кому-то как правильно, это нужно иметь определенную как бы ощущение Нет, себя. Ну, ты знаешь, вне зависимости от возраста, как бы, да, и от статуса, многие просто горят этим, да, стремятся. То есть этот вопрос, в принципе, ну как, он достаточно естественный. То есть кто-то на него так отвечает, кто-то совсем иначе. Тем более сейчас, ты понимаешь, когда мы все оказались в цифре в онлайне, вот такие вот вопросы, они просто приходят в голову. И ты знаешь, вот мне вот самое смешное буквально вот уже сейчас выходило в эфир, и вдруг мне пришла совершенно, ну, вот, космическая какая-то идея. Я, по-моему, даже у кого-то спрашивала уже, но человек не знал, ты в курсе, кто такая Билли Айлиш, пардон? Нет. Билли Айлиш, ну, так, вкратце, это американская, значит, певица, которая 18 лет, у нее там уже Грэмми, все на свете. Ну, в общем, почему я о ней заговорила? Потому что девчонка, значит, записывает свои синглы и диски, сидя на диване. Вот ни больше, ни меньше. У нее даже нет как бы студии как таковой. То есть почему мне это пришло в голову, что мы сейчас заперты дома? То есть, ну вот смотри, при прочих равных, если бы вот тебе, допустим, ну, доставили достойно оборудование, да? Доставили бы человека, который без вируса, вот, 100%, который бы все это установил, каким-то образом сделал бы возможным там запись какого-то, ну, в данном случае не сингла, да, а, допустим, там трек-листа, там из, ну, не знаю, там, условно говоря, там из 5 композиций каких-то коротких. Вот такой эксперимент, когда качество не пострадало бы, ты бы пошла на это? Ну, собственно, то, чем я занимаюсь, да, как бы видео, которые сейчас появляются в Инстаграме, да, они записаны несколько дней назад. И как бы записано в домашних условиях,
благодаря айфону и так далее, да, как бы ничем не отличается. Ну, айфону, да, не более как бы такому, ну, как бы серьезному оборудованию. Да, но тем не менее, понимаешь, все равно мы все прослушиваем записи на тех же айфонах. Ну, да, справедливо. У кого дома стоят классные колонки, ну, вот как бы, знаешь, и даже когда монтируем какие-то записи, знаешь, с профессиональными звукорежиссерами, да, они тебе присылают там и говорят, вот, послушай вот это, и опять же иду монтировать, отслушивать эти же треки, которые потом появятся на профессиональном диске, и отслушиваю их на своем ноутбуке или на айфоне, да, то есть как бы все упирается вот в этот вот агрегат. Настя, а вот, коли заговорили о дисках, вот диски существующие, да, они сейчас размещены, ну, вот на каких платформах? Ну, очевидно, на iTunes, да, то есть это можно купить как диск как носитель. Да. Вот смотри, я понимаю, что как исполнитель в последнюю очередь ты интересуешься там, да, насколько хорошо идут продажи, но как ты думаешь, вот в такой ситуации вообще, в принципе, вот всплеск, да, вот этого сегмента рынка в классической музыке сейчас больше или, ну, так же, то есть вот по твоим каким-то ощущениям, а может быть, ты вообще в курсе? Честно говоря, я не знаю, но я надеюсь, что люди слушают больше музыки. Ну да, вот хочется. В отсутствии живых концертов. Но можно сказать, что, например, вот я зависла на сайте Берлинской филармонии. Это потрясающе. Просто... Да, то есть ты слушаешь, да, прямо? Это мурашки. Честно, для меня, я фанат Петренко, и как бы даже... Ну, как бы, понятно, что оркестры, да, как бы уровня Берлинской филармонии, они сыграют даже если мы с тобой будем стоять впереди них, понимаешь, они сыграют все равно гениально, потому что это просто солисты, да. Но для меня просто сама фигура Петренко, такого антидирижера, абсолютно как бы вдохновляющая, покоряющая, и как бы я смотрю не только его концертные выступления, но и интервью, и это очень вдохновляет, что в наше время как бы человек, который находится на позиции дирижера, да, дирижера одного из топ-оркестров мировых, да, можно отличать такая искренность, непосредственность, абсолютно без... и такая глубина, вот, как бы, которая очень редко встречается. Я согласна. Слушай, ну а вот для тебя, как бы, может быть, в перспективе, ну понятно, что не сейчас исполнительская как бы карьера, да, все такое горячее под руками, а в принципе, да, вот если ты заговорила о дирижерском пульте, для тебя, наверное, это тоже, да, привлекательно могло бы быть. Тебе интересна эта кухня? Ну, как бы, это немножко как бы, я это вижу как преподавательская деятельность, только на высшем уровне, да, как бы, для этого нужно, как бы, ну, для этого нужно иметь столько разносторонних, как бы, знаний и багажа, и опыта, как бы. Может быть, я через несколько лет начну преподавать, а вот насчет дирижирования не знаю. Мне кажется, это должен быть хороший баланс эго и остальных качеств. Вот тогда уже понимаете, что у меня сонный взгляд. На самом деле нет, ребята, вы что, я не сова, какой сонный взгляд, там я только утро началось, все нормально. Вы за Алису не переживайте. Настя, ты тоже не переживай, на самом деле тут тебе вопрос был, вы замужем или нет, но я решила его как бы не озвучивать, потому что, ну хотя можешь озвучить, я не против. Нет, я не замужем. Ну все, теперь жди. Дальше. Настя, ну вот скажи мне, как исполнитель, мы, в общем, что-то там, ну, большую часть, как нам кажется, мы, ну, вот, знаем, видим, ну, хотим мы в это верить, в общем, короче говоря. Ну вот чисто по-человечески такие вот вещи, которые, ну, все сейчас делают для того, чтобы успокоить нервы, разумеется. Вот ты готовишь, у тебя есть какой-то свой, там, любимый рецепт, может быть? Потому что я вот запомнила с нашего лофта с тобой удивительную вещь, я не думала, что такие нюансы вообще запоминаю, но тем не менее, я помню, что с мясом у вас отношения, значит, так, на вы. Вот. Здравствуйте, вы мясо. Совершенно верно. То есть для меня, например, эта тема стала не просто вот как бы сейчас для развлечения толпы, что называется, а, понимаешь, на карантине очень страшно, так сказать, набрать лишний, так сказать, КГ. Вот. Поэтому тема сыроедения и веганства, в принципе, как таковая, она для меня тоже стала, в общем, очень интересна. Поэтому для тебя, я, вернее, прошу какой-то рецепт
фирменного от Анастасии Кобейки. Я, ты знаешь, я к этому не готова была. Во-первых, ты подожди меня записывать в таких, знаешь, это яростных кашеваров и так далее. И, не знаю, запекать и варить, это как бы никогда не было моей сильной стороной, но как бы на карантине никуда от этого не денешься. И меня также занесло на кухню. Но это, понимаешь, то же самое, вот я человек увлекающийся. Это вот как с концертом симфонии Прокофьева. 3 дня я как бы занимаюсь на виолончели, а потом не особенно. А потом на кухне то же самое. А потом, понимаешь, на кухне 3 дня готовлю, а потом, ну, все как бы проходит, меня отпускает. Сегодня уже второй день я занимаюсь спортом, понимаешь? Вот, Настя, ну талантливый человек талантлив во всем. Мы это уже давно выучили, понимаешь? Поэтому это нормально. Не факт! Это не надо мне отрицать. На самом деле 3 дня виолончели, потом 3 дня стихов, потом 3 дня готовки. И все гениально, по-моему. Можно еще, знаешь, на самом деле найти способ, ну, там, не знаю, сейчас просто у музыкантов очень остро стоит тема, как бы, как монетизировать все свои таланты, а таланта показывается море разливанное, вот, поэтому, как бы, я вообще думаю выпустить такую, знаешь, брошюрку, книжку, подборку по поводу пристрастий наших замечательных артистов, то есть, как бы, вот, рецепт от шефа, и у каждого пусть будет свое фирменное блюдо, а аудитория, по-моему, оценит, потому что все люди едят банально. И, кстати говоря, для того, чтобы готовить, ведь не обязательно, там, не знаю, варить, жарить, да, как говорится. Может быть, какой-то сырой салатик, ну, прям простой, на скорую руку. Ну-ка, давай, расскажи. Ну, ты знаешь, вот, как бы, большинство рецептов, которые я способна приготовить, это рецепты моей мамы. Потому что я как бы... У меня есть воображаемая, понимаешь, цель. Я знаю, как это на вкус, на вид. И дальше как бы нескончаемые сообщения по WhatsApp у мамы. Скажи, пожалуйста, а вот это вот сколько держать все-таки? Потому что не у, по, это поваренные или поваренные книги, как не спросишь же. Там, поваренные. Поваренные книги. Не спросишь же там. Уточните, пожалуйста, вообще... Ну, есть такое, очень смешно, поскольку как бы, я нахожусь сейчас в семье как бы, швейцарцев, французов, мы говорим на французском, и я вспомнила, что у мамы есть рецепт французский салат. Ну, такой французский салат в интерпретации советских домохозяек. Как бы, он состоит из следующих ингредиентов. Это лук, яблоко, вареное яйцо и сыр. И майонез, скажем. Какой же русский салат без майонеза? 5 ингредиентов. Побольше. Так. Это, значит, слоями. Значит, вначале мы режем лук тонко, обшпариваем его кипятком, чтобы был мягче вкус. Выкладываем первое. Первое, значит, первый уровень. Уровень, да. Потом, значит, смазываем это майонезом. Не щадим. Следующий уровень – это натертое яблоко. Опять же, выкладываем, смазываем майонезом. Следующий уровень это, по-моему, это сыр. Сыр, тертый сыр. Опять майонез. И сверху вареные яйца тоже покрошены, не знаю, как, в общем, чтобы, ну, не кусками, в общем. И опять майонезом. Все это подаем и, конечно же, едим не по слоям, а вот как бы вот так вот. Ты знаешь, имел успех, я не ожидала. Слушай, ну интересно, на самом деле, ингредиенты. Я даже так вот представить этот вкус не могу. Надо завтра. Нет, не можешь. Попробуй. Попробуй, да. Это, ну, как тебе сказать? Конечно, майонез это, может быть, вкус детства. И поэтому он как бы искупляет все, искупает. Нет, ты правильно сказала. Он искупляет потом вот эти вот лишние килограммы, когда ты смотришь и думаешь, господи, ну зачем я ела этот салат? Салат же о похудении. Да. Да, ну слушай, нет, спасибо тебе за наводку, мы обязательно потом устроим голосование, как бы кто приготовил и какие были, так сказать, побочные эффекты после салатика. Главное, не пишите калории, ладно, сколько калорий там. Да, ты знаешь, я в такие моменты, я такие блюда называю goodbye фигура. Не, на самом деле, ты знаешь, эта тема чисто женская, да, что такое съесть, чтобы похудеть, да, ну вот у меня это красной нитью сквозь всю мою жизнь проходит, потому что, ну ты же знаешь, есть платье, не дай бог комбинезон, надеваешь, и вот это вот самый ответственный момент, да? Да, да. Слушай, Настя, ну вот раз у нас такая как бы, мы бы свернули в такую женскую тему,
Ну вот про релакс, про медитацию. Алиса, Алиса, ты такая же, ты такая шикарная женщина. Я тебя никогда не ожидала таких слов. Давай, проворачивай обратно, и ты говоришь, это была не женская тема, наша не, общая. Ну как? Общая тема. Ладно, хорошо, мы будем толерантны. Я просто хотела красиво уйти, типа никого не обидев, но раз ты настаиваешь, пусть это будет общая тема, тем пикантнее. Да, хорошо, общая тема. Спа-салон. Медитация, релаксация, насколько она зен. Как ты приводишь себя в состояние баланса, позитива и спокойствия? Или это твое нормальное состояние, потому что ты нормальный человек? Да. Подожди, подожди, я подожди, подожди, очнусь от этих всех вопросов. Так мы на чем на чем сосредотачиваемся? На дзене, на медитации или на спа-салоне? Нет, ну вот медитация, да, вот для меня медитация — это как центральное понятие. Вот что для тебя вот это вот состояние баланса? То есть, ну, может быть, это непростая сейчас, да, такая неклассическая ситуация все-таки твоего времяпровождения. То есть, может быть, эта пауза, она нужна всем, но, знаешь, люди, они, ну, разные, они по психотипу, некоторые очень сильно начинают нервничать, ну, какие-то вот эти вот тревоги, страхи, вот эта вот ерунда. Вот все-таки мы здесь и сейчас, то есть вот вопрос мой как бы от этого отталкивается. Как себя быстро вот ты приводишь в порядок, ну, вот просто не для чего, просто для жизни, вот как бы, не для сцены, не для чего, вот просто в чем твоя медитация заключается? Есть такая. Слушай, вообще ты меня так спрашиваешь, как будто бы у меня прямо идеальная жизнь, и я каждый день встаю в 8 утра, бегу на пробежку, потом а может, знаешь, healthy breakfast, потом я, значит, весь день что-то делаю. Ты знаешь, бывают дни, когда просто не хочется вставать, и ты думаешь вообще, надоело все, все дни одинаковые, сколько можно уже, и как бы... Но как бы... Мы все в этой ситуации, да? Выхода все равно нет. Нельзя снова закрыть глаза, открыть и взять билет. Не, ну кто-то пытается, говоря, сделать. Они просто, знаешь, там тоже есть такой рецепт от шефа, значит. Ну, это не мой рецепт, вы не подумайте. Берешь бутылочку хорошего красного вина. А лучше две. А вот, лучше и... ящик. Нет, нет, как бы ящик это уже too much, как бы, но, в принципе, вот одна-две, да, это такое пограничное значение. Употребляешь это правильно, и следующее утро оно, в принципе, ну, не настает. То есть оно настает очень-очень поздно, и можно даже сказать, что ты не встаешь с кровати, ты с нее восстаешь. Поэтому как бы, кто-то спасается от стресса именно таким образом. Но просто, ты знаешь, я намекнула на то, что вот ты начала о спорте. Вот смотри, спорт, я понимаю, тоже не каждый день, часто вынуждена, может быть, чем-то мера, но просто хочется элементарно как-то размяться, потому что, ну, мы лишены этих прогулок, ну, по сути, да, поэтому... Вот у меня когда-то был опыт очень позитивной йоги, но просто здесь вот в Москве в этом бешеном ритме я забросила. Вот мне близка эта тема, ну, то есть без всяких вот этих вот ударов там в какие-то религии, там, философии, так, достаточно поверхностном уровне, но мне это нравится, потому что прокачивает все группы мышц там, и так далее, и так далее. А вот для тебя вот спорт в каком виде? Ну, честно говоря, я тоже занималась как бы йогой, и когда есть возможность сходить на какой-нибудь как бы, урок или курс с преподавателями, я как бы не упускаю этой возможности, хотя потом 3 дня, значит, схожу вот так, вот, знаешь, как все болит с непривычки. О, я знаю. Ну, не знаю, для меня очень важен фактор как бы... Сама я могу вдохновиться чем-то, ну, вот, как я тебе говорила, наверное, на 3-4, как бы, ну, может быть, на 5, не больше. Как бы в данный момент, что я думаю, что как бы, мои занятия спортом немножко меня дальше продвинут 5 дней, потому что как бы, мой друг, он бросает курить. Со вчерашнего дня он начал, как бы, перестал курить. А я решила, что, значит, как бы его поддержать, мне тоже надо страдать. И я, понимаешь, я страдаю launching project of my amazing... Ну, понимаешь, все мы хотим amazing, but... Ну, у тебя, по-моему, полный amazing и без этого, ты понимаешь, дорогая моя? Ну, не те, кто видели вживую, да, вообще, этого человека, ну, просто вот, 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 ни грамма просто лишнего, я даже не... Язык не... Да, но при этом я хожу вот так вот, да, ни грамма лишнего. Нет, ну как бы специфику там вашей посадки, вот это вот всего, как у скрипачей, у галантериста, вот это мы сейчас все не берем, это как бы ладно, за скобками. Вот, но на самом-то деле, ты знаешь, вот я должна сказать, что молодое поколение артистов, вот большой вам вообще респект, ну я тоже считаю себя еще все еще молодым поколением артистов, но мы как бы стараемся, мы понимаем, насколько важно быть в форме, да, пока транслировать, в принципе, ну с любого ракурса, насколько это возможно, как бы, ну, да, как бы благополучие, скажем так, да, что нельзя быть вообще вот таких-то
размеров, иметь непонятно какое-то там неясное, невнятное лицо и так далее, так далее, так далее. То есть как бы музыка плюс, да, и в нагрузку вот еще какой-то такой контент, назовем это так. Но я права или нет? Ну, я бы не сказала, что как бы занятием спортом это какое-то такое... Это скорее воспитание твоего духа и такого, знаешь, как бы... Я сейчас не хочу никого обидеть, кто в онлайне, как бы... Ну, упертости, понимаешь, такое, как бы... Это скорее... Испытание какое-то... на прочность. Такое, испытание, да? Да, это помогает, не знаю. Я в самые тяжелые мои, как бы, моменты жизни я начинала бегать. И когда мне, как бы, мне было тяжело, и я просто реально себя выпинывала утром из кровати, и пусть даже свои 4 несчастные километра, но бежала, как бы. И это мне помогало. Но для того, чтобы заниматься этим каждый день, это нужно, как бы, определенную жесткость расписания и жесткость себе самому. И, как бы... Не могу сказать, что у меня это с детства было мне привито, как бы я этим не особо... Никогда не была спортивной. А сейчас просто, может быть, это вот цель, как бы выйти из карантина с хорошими привычками. Это меня как-то... Несбыточная мечта, мне кажется, абсолютно. Несбыточная, да. Ну вот хотя бы, вот, знаешь, как бы my project in the summer, no? Ты знаешь, вот, чтобы у меня было такое тело, как бы, я себя вижу бегущий по пляжу, вот, знаешь, вот это меня вдохновляет. Я знаю, я поняла твою идею. Так, ребята, не переключаем. Значит, следующая серия будет Настя, значит, купальники спасателей Малибу красного цвета. Это следующий твой трейлер, слушай, ты, знаешь, лови идею. Я, да. Замедленный, знаешь, slow motion. Я... И ты нарезаешь. Да, да. Вот ты знаешь, это может быть тупо так, тупо, но знаешь, надо как-то чем-то себя все-таки мотивировать. Слушай, так а получается, на самоизоляции тебе посчастливилось как бы остаться, ну, не в одиночестве, да, то есть, по крайней мере, как бы есть компания. Да, да, это большое счастье, замечательная семья, они музыканты, и у нас утро иногда, знаешь, начинается там с оперы Рамо или Акуджавы, это, знаешь, это здорово, когда вокруг тебя есть люди, которые, как бы, тебя вдохновляют, потому что я, собственно, по жизни ищу, как бы, ну, чего скрывать, как бы, в жизни, как и наша жизнь на карантине, это, как бы, как обычно, да, есть и спады, и взлеты, да, и эмоциональные, и когда ничего не хочется, да, или есть сложности себя как-то дальше заставить идти, да, или развиваться, я ищу всегда вдохновителей, да, это либо записи, там, не знаю, либо люди, не обязательно музыканты, и это... вдохновлении вот именно в невероятных личностях, это то, что мне всегда помогало. Ты знаешь, я тебя очень хорошо понимаю, потому что вот, собственно, то, в чем мы сейчас с тобой вдвоем принимаем участие, прямые эфиры, да, ну, скажем честно, звездным часом у меня это не было никогда. Более того, кроме лофтов, да, которые происходили в реальности, ну, я вообще никогда в жизни ничего не стримила. Если бы мне сказали, что я буду вот здесь, вот сама или в диалоговом окне, да, что-то такое вот. То есть получается, что я, в принципе, не изменила себе в чем, что меня так же, наверное, как тебя, очень сильно вдохновляют люди. То есть интересные личности, да, я экстраверт по своей натуре, да, то есть как бы остаться там одной в четырех стенах для меня это, ну, абсолютно не классическая ситуация. Но ты знаешь, я думала, что мои вот личные ощущения, они будут складываться гораздо хуже, то есть, ну, как-то я прям боялась, что у меня будет какая-то депрессуха, апатия. Нет, знаешь, просто включился какой-то режим самосохранения, самовыживания и очень много работы. То есть на самом деле я должна констатировать, что когда проект находится в офлайне, да, скажем так, вот постоянная проблема, ну, как проблема, задача, да, нарезать там этот контент, как бы держать аудиторию, так сказать, в напряжении, потому что так много хотелось им всегда сказать, так много было чего показать. И, наконец-то, знаешь, вот эта вот тема модерации, ну, как бы в лофте, да, которая есть непосредственно, она как будто бы сейчас, вот, знаешь, вот она выросла, да, потому что, наконец-то, вот это вот неформальное общение вот с артистами, оно продолжено в таком нестандартном формате, но продолжено. То есть кто бы мог подумать, да, что вот обычно, да, вот простая, как бы скрытая от людских глаз вот эта вот жизнь, какие-то, может быть, даже, ну, самые обыкновенные привычки, ведь мы сейчас не открываем какую-то прям Америку, да, это будет очень здорово, ведь мы, знаешь, в силу этих графиков мы так мало общаемся, а хотелось бы больше. И вот видишь, мечты, они сбываются. Да.
Ну, мне кажется, здесь тебе вообще не свойственно, свойственна апатия или... или, ты знаешь, мне кажется, я тебя очень мало знаю, мы виделись только один раз, и да. Я была просто, честно говоря, восхищена тобой с первого момента, твоей просто невероятной несломленностью перед проблемами. Мне кажется, для тебя просто не существует этих проблем. Я просто привыкла их решать, ты понимаешь? То есть как бы face the problem, у меня как бы постоянно этот режим. То есть как бы нужно с ней столкнуться, и потом ее так... И потом вернуться, победить. Ты знаешь, это на самом деле взаимно, потому что у нас с тобой встреча произошла в тот самый момент, когда уже неприличное количество людей, понимаешь, такие хорошие отзывы, такие какие-то совершенно разные истории о тебе, как о музыканте, как о человеке, да, и вот повторюсь для тех, кто немножко в танке, не в курсе, наверное, я шла вот к этому приглашению, к этому как бы состыковке этого графика, да, вот, сезон я точно к этому шла, потому что просто элементарно не было свободных дат, и я хотела, да, там, пригласить еще не в привязке к Чайковскому совершенно, то есть, действительно, это было в запасниках, это было в планах, такое же было счастье, что... за счет того, что ты выиграла конкурс, да, там, естественно, график еще больше вырос, да, и это еще сложнее стало, все-таки это было реально, причем в такую еще красивую дату получилось, это удивительно. На наши 14 февраля, не забываем. Прям, да, вот, знаешь, это лучший мой личный день всех влюбленных, честно вам скажу. Потому что получить удовольствие от красивой музыки, тем более, ты знаешь, вот никак не забуду вот все-таки этот перформанс с сонатой Павла Иона. Это вообще, конечно, такое открытие. Все остальное, разумеется, тоже. Но вот эта вот просто музыка, я даже до сих пор не могу понять, вот в какую она у меня папку вложилась. Да-да-да. Потому что ни в какую, на самом деле. Ну и прекрасно. Не надо вписывать музыку и как бы ее слушать. У меня папа как бы все время говорит, когда его музыку говорят, ваша музыка мне так напоминает Прокофьева или Стравинского, или там еще, или Шостаковича. Знаешь, обязательно после первого прослушивания мы всегда: «О, мама! Привет!» Значит, папа смотрит тоже. Извините, всем пожалуйста. Всем привет! А мы продолжаем тут обкопать. Да-да. У меня чай, а у вас вино, я знаю. У меня тоже. Родители твои, но мне тоже, может быть, стыд от твоего. Я тебе ничего не говорила, но мои тоже смотрят просто, Настя, понимаешь? А, да? Все, да, именно поэтому ты пьешь чай. Не, это на самом деле, конечно, шуточки. Мои, наверное, не смотрят сейчас в онлайне, но могут посмотреть потом в офлайне. Поэтому береженого и Бог убережет. Поэтому без мата, да? Хорошо, что ты предупредил. Нет, у нас абсолютно культурная аудитория. Сразу вспоминается анекдот про Министерство культуры, который я сейчас не буду рассказывать, да? Про прачечную Министерство культуры. Если ты не знаешь, я тебе расскажу потом. Вот твои родители точно его знают. Мои не музыканты, поэтому могут не знать. Ладно, значит, так. Отойдем от опасных берегов. Да, мы с тобой пошли прямо по скользкой дорожке. Вот, сворачиваем с этой скользкой дорожки и возвращаемся к интеллектуальному контенту. Настя. Подожди, вот это лицо вытяну сейчас. Приводим в порядок лица. Мы серьезные люди. Да. Уважаемые музыканты. Так, все нормально. Вот скажи, книги. Как у тебя с книгами? Как с литературой? Вообще вот в этот период хочется читать на самом деле? Серьезно, несерьезно. Вот, хоть что-нибудь. Я блоги, опять же... блоги. Блоги-блоги, нет. Ты знаешь, я пыталась... Первые недели меня, конечно же, занесло в наш прекрасный социальных сетей мир, и я, в общем, не вылезала оттуда, потому что я заметила, что, не знаю, если я, например, начинаю день с просмотра всех новостей, Инстаграм, Фейсбук, там, и так далее, мне как-то дальше, знаешь, влом что-то делать. И жить не хочется, да, после этого. Ты совершенно права. Жизнь как-то приобретает день определяет определенную как бы скорость значение жизни, как бы вся жизнь как-то переносится в онлайн, плавно перетекает, и ты уже как бы ходишь с этим телефоном, и у меня всегда в воскресенье приходит отчет, сколько времени я провела перед телефоном в среднем, ты представляешь? Я уже не смотрю статистику, потому что в среднем я поняла, что на первой неделе карантина я провела что-то, по-моему, 6 часов в день перед телефоном. Много.
это много, это очень много. И представь себе, сколько, как бы... И я поняла, что потом просто... Если ты столько времени проводишь перед телефоном, очень сложно сосредоточиться на чем-то написанном на бумаге. Ты понимаешь, даже просто вот собрать себя и как бы прочитать не две страницы, а хотя бы, там, не знаю, 10-15, это очень сложно. И в качестве терапии я просто отключила Инстаграм на несколько дней и преодолевая ломку. Ребят, а теперь на правах рекламы оцените, чего мне стоило дописаться, дозвониться до Насти, которая отключила Инстаграм, и сейчас, о чудеса, она в Инстаграме, представляете? Просто уровень бог. Короче говоря, Настя, ты знаешь, вот возвращаясь к нашей аудитории, которая сейчас смотрит, и, наверное, у них очень сильно повышается настроение, и мы добиваемся того же, чтобы у нас такое с тобой случилось, да, это вот прям мы достигли этого дзена. Вопрос такой. Вот смотри, аудитория, которая приходит на концерт, да, ну, кого-то ты знаешь, кого-то ты не знаешь, понятно, ну, кто-то становится, допустим, знакомыми, да, с течением времени, какие-то такие постоянные поклонники. Ну, вот за рубежом, на самом деле, очень модная и, как бы, в принципе, более раскрученная тема вот какой-то обратной связи между артистом, да, вот именно от артиста к аудитории. Ну, приведу такие примеры классические, там, не знаю, автограф-сессия, там, введение, например, артистам, там, тех же самых онлайнов, там, да, каких-то, ну, там, не знаю, там, спасибо, что пришли на концерт, там, каких-то комментариев и так далее, и так далее. Может быть, влог, может быть, блог, может быть, автопати, в конце концов, или там формат meet and greet, да. Вот что лично для тебя, вот как для человека, ну, вот определенного склада, ближе всего? Вот как ты, как тебе нравится больше всего взаимодействовать с аудиторией? Ведь, ну, внимание людей доброжелательно, да, оно же ведь очень, ну, как окрыляет, оно очень важно в карьере, да, и, в принципе, в жизни это приятно. Вот как у тебя с этим? В наше время, да, требуется очень много, да, он должен хорошо выглядеть, хорошо говорить, постоянно быть present в социальных сетях, чтобы у него был обязательно апдейт страничка веб-сайта, ну, а также, чтобы он отвечал на все имейлы в течение 24 часов. Ну, мелочи. Как бы это довольно такой список сложный, когда учитывая, что ты, в общем, собирался сегодня позаниматься, у тебя завтра концерт, и надо выучить, ну, прямо вот сегодня последний шанс выучить эту сонату или там, не знаю, трио и так далее. Естественно, что же в последний момент делается. И как бы я не отрицаю, что это важные вещи, но мне кажется, иногда все-таки переносится акцент с музыки на то, а какое платье она сегодня надела? А в каком... А что она сегодня запостила на страничке своей, да? Я считаю, что, да, это, может быть, это то, что нужно, как бы, это то, что неотъемлемая часть нашей жизни сейчас, да, нашего образа, имиджа как музыканта, да, но очень часто, и мы учитываем то, что наша публика все-таки она воспринимает все шоу, да, как говорят американцы, да, шоу, да, да, воспринимает больше глазами, чем ушами, да, из-за этого мы приходим к некоторым выводам, как бы, что у нас есть артисты, которые мы действительно можем воспринимать, большинство которых мы воспринимаем на большинство, 85% глазами, а не ушами. И как бы дальше, если ты начинаешь как бы сравнивать записи с, там, не знаю, ну, я сейчас не буду уходить во всех этих, да, для каждого есть свои как бы мастера, да, и столпы классической музыки, как бы там кроме обертки не остается ничего, да. То есть для меня важно соблюдать баланс. Я как бы для себя поняла, что да, это важно, это необходимо, это даже интересно, это создает какое-то личное, да, ощущение, что ты знаешь человека лично, да. То есть, например, посмотрев мою страничку на Инстаграме, да, можно составить определенное впечатление, да, обо мне, или там, не знаю, например, сторис, который я выложила в последние 24 часа, да, перед концертом, человек может представить, да, что я не просто кто-то там, знаешь, да, далеко на сцене, который вышел, сыграл там сонату Шуберта и ушел, да, что я живой персонаж, да, и что, ну, да, он как бы немного знает, и что он меня знает тоже, да, через, да, это, да, через Инстаграм. Да. Но мне не хотелось бы, чтобы это стало отвлекающим маневром, понимаешь, отвлекающим моментом от самого главного. Поэтому, Настя, для меня... Это совершенно здраво.
Просто, ты знаешь, я на самом деле как бы говорила с позиции не подмены вот этих понятий. Я понимаю, что часто бывает так, что это ставят, ну, вровень на этих весах. Я, боже упаси, этого не имела в виду. Я просто понимаю, что это как часть, ну, знаешь, как часть легенды, да? То есть если с позитивной точки зрения смотреть на общение, ну, допустим, вот пусть это даже будет какой-то малый сегмент, да, вот те самые малознакомые люди, которые со временем становятся знакомыми. Вот как с ними общаться? В режиме реального времени? То есть, я не знаю, ну, грубо говоря, пойти в ресторан там на автопате или как-то иначе? То есть, или вообще у тебя как бы так вопрос не стоит, потому что все идет конвейерно, и вы там ничего не отмечаете, только самые-самые, там, не знаю, крупные концерты. Как вообще? Нет, почему? Ты спрашиваешь именно людей, которые как бы относятся к моему близкому кругу знакомых. Или которые хотят, ну, даже вот вспомни ситуацию, может быть, были изначально незнакомые люди, которые, ну да, в общем, они приросли, и сейчас они в статусе уже таких, в общем, своих. Или таких не было ситуаций, все были либо свои, либо чужие. Ну, как бы, это, по-моему, естественный процесс, да? Ну, нет, знаешь, бывают такие затворники, нет, бывают такие затворники, которые так, тебя я не знаю с 5 лет, поэтому ты вне конкурса, но тут уже без варика, понимаешь? По-моему, я очень похожа, да? Типа, ты-то кто такой? Ну нет, почему? Это да, иногда просто в какой-то момент ты как бы останавливаешься и понимаешь, о, а я как бы не писала этому человеку уже столько, да, как бы я думаю, что мои родители, они тоже как бы не могут похвастаться тем, что я как бы с ними на связи каждый день, да, и я, может быть, именно тот человек, который не знаю, исчезает, да, иногда из общения, да, или из постоянного чата, например, да, и не имеет связи, да, но при этом как бы мое отношение к человеку не изменяется, да, и я очень дорожу людьми, которые, как бы, для которых в понятие дружба это также входит, да, знаешь, как бы, когда 3 недели вы не общаетесь, и после этого можете созвониться, как будто вы расстались только вчера. Ты знаешь, я тебя очень хорошо понимаю, потому что мне кажется, что вот у меня абсолютно такое же отношение, причем оно у меня было всегда, но сейчас это даже вынужденная мера, потому что просто ты не успеваешь. То есть у тебя миллион этих мессенджеров, да, на которые ты должен отвечать, допустим, по долгу работы, да, но это действительно вынужденно. И тебе приходится, ну, не то что жертвовать, да, но просто если звонки идут параллельно, а здесь у тебя работа, а здесь у тебя друзья, ну, как бы тут понятно, что ты, если не ответил по рабочим моментам, это может быть последний звонок, да. Ну, то есть иногда приходится реально выбирать, и потом друзья начинают обижаться. То есть у меня реально такая же ситуация. И не можешь объяснить доходчивым языком, почему вот было, ну, вот не так, да, как, а люди обижаются. И все, это вот без вариантов. Ну, ничего страшного. Я думаю, что у тебя правильная позиция, и мне тоже иногда вот приходится как-то от всего отключаться. И вот уже если я отключилась, да, вот тогда вот есть какие-то такие священные часы, когда ты думаешь, так, все, я здесь и сейчас, есть время позаниматься, или есть время просто тупо вот, ну, не знаю, лечь там и выспаться, да. Но это очень редкие моменты. В основном, как бы, ты все время кому-то что-то должен, обязан, какое-то жесткое расписание, ну и так далее, и так далее. Вот именно это чувство меня как бы иногда составляет просто, что чувство обязанности, да, что я вот должна, да, и из-за этого как бы иногда хочется просто, знаешь, закрыть все и как бы и ты просто физически я иногда не могу ответить. Я не знаю, почему. Правильно. Это какая-то... Это что-то в голове. Знаешь, я абсолютно понимаю, что как бы на следующее утро я могу проснуться. Я заметила, что если я мало сплю, во мне просыпается бизнес какая-то, наш вумен. Знаешь, лучшая как бы моя продуктивность была в 5 утра в каком-нибудь поезде, самолете, когда я, знаешь, немало спала, и вот у меня вот это чувство какой-то определенной злости на себя саму, на все, знаешь, я отвечала там, знаешь, по 20 имейлов за раз. Правда, это быстро заканчивалось, но не знаю, я в этом смысле не очень структурированный человек, но, в общем, стараюсь и беру пример с тебя. Ты вдохновляешь. Нет, мне, конечно, очень приятно. Нет, ты знаешь, я очень стараюсь, и как бы в моем лице тоже, на самом деле, много бывает какого-то мусора и лени, да, вот элементарно, потому что все люди ленивы так или иначе, давайте скажем честно и откровенно, но вот тайм-менеджмент и какое-то искусство, ну, не знаю, самоорганизация, оно, конечно, должно быть, наверное, в этом таится самый главный секрет, ну, то есть помимо вот этих всех качеств, там, таланта, харизмы, там, ну, всего-всего вот этого вот комплекта, ну, допустим, он есть, но человек может быть абсолютно непродуктивен и неуспешен исключительно из-за того, что он ленив. Да, абсолютно, да. Или у которого нет желания
например, да, он не горит этим, не горит, горит, да. Желание, например, также не секрет, что как бы успешность карьеры каждого музыканта, если ты, скажем, теперь не Анна Софи Муттер, да, как бы родившийся в эпоху, как бы там, не знаю, в нашу, да, в наше время, то твоя карьера зависит также от твоих связей, да, и не только от наличия этих связей, но а также от твоей способности постоянно заботиться об этих контактах, да? Да, как бы... совершенно верно. Знаешь, у меня даже есть термин, ты должен ими жонглировать. То есть почему режим именно жонглирования? Потому что ты перекидываешь постоянно. То есть тебя вот одно ответил, как бы другое поймал, да, в этот момент. Как бы думаешь уже там о третьем или о четвертом действии. То есть как бы это вот режим по кругу, и поэтому совершенно верно. Знаешь, вот удивительно, насколько это похоже вот на то, как это чувствую я. Вот в моей жизни то же самое. То есть иногда это связано с исполнительством, иногда это связано с менеджерством. Очень полезный навык. И знаешь, говоря, сейчас, конечно, опять-таки не хочется никого обижать, но молодые люди, извините, все-таки мультитаскинг, то есть многозадачность для женщин, это абсолютно естественный процесс. Нет, Настя, ты зря смеешься, меня тут недавно в этих чатах, значит, обвинили. Алиса, тебе надо... Ладно, хорошо, я тебе все потом скажу. Я не знаю, что мне надо, надеюсь, что-то хорошее, но все потом, потом. Меня тут обвинили, значит, просто в элементарном сексизме, ну, потому что, говорит, Алиса, ну, процент, как бы, парней, как бы, приглашенных, он почему-то выше, чем девушек. Я говорю, ну, я не виновата, может быть, это просто мужчина, что участвовал в проекте. Нет, на самом деле, вообще никак не связано с полом, разумеется. Вот я просто так посмеялась, потому что подумала, ну, прошло только 10, там, диалоговых онлайнов, а уже, как бы, сводочка, уже, как бы, досье на меня сшили. Вот, да, ну... катастрофически исправляюсь и показываю других девушек-карьеристок. Вот так, с вашего позволения. Но у нас такой все-таки интересный период жизни. Я надеюсь, он никогда больше не повторится в скобочках. Вопрос такой. Какая музыка... Вот, может быть, ты не думала над этим, но я тебе предлагаю подумать прямо сейчас. Вот, допустим, для виолончели. Там, для виолончели фортепиано, там, для виолончели с оркестром. У тебя ассоциируется вот, вот с этим вот как бы состоянием. То есть, ну, я поясню, может быть, это тревога, может быть, это, наоборот, какое-то успокоение со знаком плюс. Вот, вот этот карантин, это вот самоизоляция, это для тебя что? А потом я тебе отвечу. Слушай, не знаю. Может быть, потому что я играю сейчас много Баха, для меня как бы это немножко, не знаю, ассоциируется с тем, что ты как бы заглядываешь внутрь себя, да, какие-то, не знаю, обычно времени же нет, да, есть какие-то вещи, о которых ты как бы знаешь, что они есть, но ты стараешься о них не думать, как бы, ну, как бы живем дальше, да, живем сейчас. И в этот момент, не знаю, есть какие-то состояния такого, что ты как бы невольно заглядываешь внутрь себя, да, и как-то вот время, оно... Ты совершенно другое ощущение времени, да? И... Ну, это как будто останавливается, да, такое вот зависшее состояние, как в космосе, вот эта вот невесомость или что-то такое, вот, да? Ну, неизведанное для нас. Самокопание, глубинные какие-то мысли, ну, вот... Да, что-то... Приходит какой-то, какой-то поиск. Я также это, знаешь, это очень разное ощущение тревоги, да? Оно, например, сегодня одно, а завтра другое, да? Сегодня Бах ты... очень хорошо, кстати, подходит, потому что Бах, он, в принципе, в любой непонятной ситуации называй Баха, и он подойдет. Это из этого разряда. Да, да, из этого разряда. Но я как бы я не могу тебе сказать... Я не могу описать, как бы, чтобы какое-то, какое-то произведение или какой-то композитор меня как бы отражали именно всю как бы палитру всех вот этих, знаешь, вот... Нет, назови несколько, не обязательно вот один, да, как бы не хочу тебе зажимать какие-то рамки, назови несколько, если приходит в голову. Потому что для меня, вот, допустим, пока ты думаешь, вот это два антипода, как ни странно. Твой любимый Прокофьев такой же любимый, как и мой, в принципе, да? Только, допустим, в лице той же виолончельной сонаты, вот, вот вспомни, да, вдумайся, не знаю, в первой части, да, вот эта вот тема главная, она, ну, абсолютно, вот на мой взгляд. Или там вторая часть его антипода Франциса Пуленко в его виолончельной сонате, вот именно вторая часть. Ну, не знаю, вот если бы мне сказали, да, вот поставили передо мной задачу, вот именно вот в таких вот камерных сочинениях, я бы однозначно назвала это. Когда мне там предложили назвать для скрипки фортепиано, я сказала, что Яначек, и все, и до свидания. Все согласились. О, Яначек прекрасен. Да. О, я недавно для себя открыла его фортепианные произведения. Сонату-нибудь? Нет, не сонату, вот цикл пьес.
ты не знаешь его, там, например, как это, я на английском, взмах крылы совы, вот этого, знаешь, момент, когда сова взмахнула крылом, я не помню сейчас дословный перевод. Я сейчас пойду слушать. Это гениально, это просто гениально. И вообще музыка Яначика, она какая-то неземная, вот она узнаваемая, мне кажется, его стиль все-таки очень узнаваем, вот это трепетность, да, и не знаю. Ты знаешь, я посмотрела недавно «Ёжика в тумане», знаешь, если закрыть глаза и как бы вот эту музыку, она знаешь, что ты идешь вот как по лесу, да, вот этого, да, или там, не знаю, или вдруг вот этот листок, который упал, знаешь, и вот это вот, понимаешь, смена настроения, вот этот смена настроения, и как жизнь здесь и сейчас, это же импрессионисты вообще, в принципе, так, да, подходят. Самой концепции. Это понятно, что они там наслаждались, да, там этим моментом. Мы наслаждаемся или нет, пока что рано об этом говорить. Потому что мы не знаем, как это все закончится. Мне кажется, вот то, что нас всех гложет, это то, что мы не знаем, как это будет. И когда это закончится, и с какими последствиями. Ну, с последствиями, какими мы выйдем, понимаешь? То есть я же повторюсь, что как бы люди очень по-разному на это реагируют, собственно, поэтому я здесь, потому что для кого-то это нормально, по крайней мере, пока что состояние, да, то есть, ну, все живы, все здоровы, ну, будем, да, вот какими-то такими категориями мыслить, есть чем заняться, там, не скучно, ну, и все, и хорошо. Но если это затянется, да, вот здесь уже, конечно, интереснее. А что значит, что значит затянется, да? Это вот для кого-то затянется, это уже сейчас, да? Нет, совершенно верно. Ощущение времени тоже разное, понимаешь, но да. Ну, как бы откровенно, это когда говорят, как, кстати говоря, вот слух европейский, кстати, вот ты слышала или нет, интересно, потому что у нас тут поговаривают разное, что чуть ли не отмены массовых мероприятий до конца там декабря, ну, что-то вообще страшно, что до конца года. То есть может ли это быть правдой по твоим каким-то, ну, не знаю, знаниям и ощущениям? То есть то, что вам говорят, это измеряется? Ну, в данный момент, как бы, вся та информация, которая является официальной, да, это то, что во Франции все фестивали, да, и концерты, они отменены до середины июля, то есть до 15 июля, то есть фактически, если у меня там, например, есть концерты 20-19 июля, они в данный момент не отменены, как бы, вся команда фестиваля работает в полном режиме, но это все может как бы тоже испариться, да, все эти надежды. И в Германии, насколько я знаю, это вот до конца лета все отменено. Mm-hmm. Ну, и так можем, как бы, глядя на все эти огромные залы, да, которые там, Карнеги Холл, который закрыт до сентября, Вигмор тоже до сентября, там, все фестивали, как бы, летние большинство уже отменено, да. Ну, понятно, да. Ну, ты знаешь, на самом деле, я думаю, что все равно, как это ни странно сейчас прозвучит после такой как бы минорной ноты, мое мнение, что нужно всячески вообще поддерживать в себе вот это присутствие духа и выворачивать все равно, насколько это возможно, на позитив, потому что, ну, нет таких испытаний, которые даются человеку или человечеству, да, в этой ситуации, которая она не пройдет, поэтому будем надеяться на лучшее. Ну да, как бы все равно мы находимся в этой ситуации, из нее выхода в данный момент нет, и это наш выбор, в каком состоянии мы проводим это время. Либо мы как бы в совершенно непроглядной депрессии, да, либо мы это наш выбор провести это время, сказав, о, наконец-то я дома, да, наконец-то можно что-то сделать, что я никогда не делал, там, не знаю. И чем-то все время надо себя подхлёстывать, потому что, не знаю, это, мне кажется, очень знаешь, важно. Ты большая вообще молодец и умница, что ты вот рассуждаешь именно такими категориями. Я объясню, опять же, потому что у меня здесь уже, так сказать, в гостях в онлайне у меня дома бывали, ну, как бы несколько, да, так сказать, разных артистов, и вот совершенно разное мнение на одни и те же вещи. Я считаю, что гораздо более натурально и гораздо более правильно вот оставаться все-таки на стороне позитива, но использовать это время для себя, понимаешь? То есть как-то правильно мыслить. Мне это очень близко, по крайней мере. Потому что я себя тоже всячески заставляю. Сегодня сходила впервые в жизни на свой первый вебинар. Вот. Причем минут за 15 до вебинара я решила, что да зачем, мне это не надо. И все-таки пошла, потому что я же решила. То есть если ты уже приняла, решила. Вот. И очень тоже такая интересная тема продвижение там диджитал-маркетинга, продвижение в интернете. Все время руки не доходить. Больше очень хотелось, но вот все никак. И вот я как бы записалась на 10-дневный курс и решила апгрейдить себя, выйти новое, обновление. Правильно. Вообще,
Но не все же там 12 часов сидит за инструментом. В конце концов, есть и какие-то еще другие задачи, сидя дома. Папа, сын позвонит, Настя позвонит. Не, надо себя пинать. Это как мой папа говорит. Это говорит, надо обязательно говорить. Вот. Иногда, знаешь, самое сложное, это вот действительно просто встать и, например, не знаю, в занятиях, да, например, на инструменте, это просто вот открыть ноты и банально взять в руки. Ну, в твоем случае просто положить руки. Взять руки брать не надо. Жина, да, мне кажется, да, первый шаг, он всегда самый сложный в длинном пути. Да, нам тут прекрасный комментарий, что мы так вдохновляем и своим эфиром. Вот видишь, Настя? Очень приятно. Пока еще имею возможность, так сказать, в эфире поздравить с почином. Я, честно говоря, даже не ожидала, что мой эфир станет первым первооткрывателем тебя вот в этой вот ситуационной жизни. Я теперь понимаю, что таким образом, видимо, я немножко тебя подставила, потому что сейчас начнут все писать, что типа, Настя, завтра тот эфир, завтра еще что-то там, не знаю. Сейчас тебя достал. И что после эфира сразу три и закрывай опять Инстаграм. И я точно знаю, что они тебя не найдут. Хорошо. Я буду эксклюзивом. Да. Ой. Нет, на самом деле в конце история закончится. Я, видимо, смонтирую большой-большой-большой фильм с такими хайлайтами и разошлю только участникам. Ну, там будут самые ржачные моменты, разумеется. Вот, как да. Мы классно проводили время, чтобы в каждой поездке, в каждом там поезде, самолете, вот станет, не дай бог, грустно. Достал эфиры, которые были с Алисой, посмеялся от души и пошел опять на свою работу. Ты просто вечный позитив. Спасибо тебе. Да, спасибо тебе тоже большое. Я очень рада с тобой поговорить, и я тебе желаю здоровья, прежде всего, энергии. И проведи это время вот так, чтобы от него была польза вот лично для тебя. Вот на то, на что тебе никогда не хватает времени вот с этими вот перелетами, со всеми гастрольными графиками, я представляю, насколько это сложно. Но оно того стоит, и поэтому всячески ждем возвращения твоего на сцену, во-первых, еще раз. Я учусь играть на балалайке, так что жди. Ну, слушайте, ребят, мы все ждем тогда этого свежего контента. Вот это на самом деле эксклюзивчик. Блин, там так уже больно. Так больно. Ты просто не представляешь, как это больно и неудобно. Вот так вот, да? Да, так что... И главное, аккордами, ты понимаешь? Там каждая нота — три ноты. Это не то, что, понимаешь, мой мозг виолончелиста взрывается просто. Я не привыкла. Какие откровения говоришь? Господи, так, народники, кто вы там? Я иду к вам на онлайн-мастер-класс. Понятно. Да, на самом деле, из разряда, чему бы вы хотели научиться? А, кстати, вот тоже хороший вопрос. Вот из всех, вот, не знаю, там, специальностей возможных и невозможных, ну, пусть даже в онлайне, в реале, неважно, вот чему бы ты уделила внимание еще? Балалайку мы учли. Дальше. Ну, ты знаешь, я поняла, что, в общем, я бы очень хотела стать экскурсоводом. Мне кажется, это в какой-то степени, как, знаешь, ну вот, схоже с нашей профессией музыканта. Мы, собственно говоря, как бы интерпретируем вещи, да, которые неживые, при этом как бы донося их до публики. И меня всегда восхищали люди, которые, знаешь, во-первых, очень мало хороших экскурсоводов, да, и когда ты в музее или там, не знаю, или в каком-то городе действительно имеешь возможность, да, провести время с человеком, который по-настоящему любит свое дело и хорошо знает, это вдохновляет очень. И мне почему-то хотелось представить, что я экскурсовод в своем любимом городе Петербурге. Там. Ух ты! И поэтому я сейчас читаю. Слушай, это замечательно. Это, по-моему, вообще такой эксклюзивный тоже ответ, потому что я не припомню, чтобы кто-то даже вот в эту сторону думал. Это столько знаний нужно иметь, такой багаж, такой красочный язык. Я не хочу сказать, что я как бы к этому имею огромные способности. Но ты не хочешь говорить, я тебе скажу. Ты не хочешь говорить о способности? Я тебе скажу. Вполне. Я бы пошла с тобой на экскурсию. Прям пошла бы. Все, у меня стимул есть. По крайней мере, один посетитель, который будет вот так вот ходить и смотреть за тобой по сторонам, он точно есть. Начинай готовиться. Хорошо. Ты мне только предупреди, за сколько там билеты купить, когда нас расхлопнут. Я обязательно приеду специально под чутким руководством. Очень дорого. Очень, Алиса. Прям невозможно дорого. Ну ладно, нет. Ну слушай, я буду копить. Я буду как-то стремиться к этому левелу. У меня стимул новый появится, чтобы зарабатывать сейчас в онлайн.
Знаешь, о том, я как бы была программа минимум заработать, там, не знаю, на гречу, на макароны, а сейчас-то вот Питер, там гид у меня уже какой крутой. Да, да. Понятно. Настя, ну ты знаешь, вот все, ты тебе же передо мной поставила очередную задачу, я вот как бы все, загорелась. Мы должны это реализовать. Ну, правильно, понимаешь, вот когда другие люди вдохновляют друг друга, мне кажется, это определенная это энергетика, да. Да, это отличная энергия. А после экскурсии сразу в лофтик, сразу еще одна программа. Я думаю, к тому времени у тебя уже будет лофт не только в Москве, но и в Питере, да? И в Питере обязательно. Знаешь, кстати, вот Питер я очень так рассматривала, просто все, что было выпущено в Москве, для Питера обычно это как бы, ну так. Ну, есть... ну конечно, наши две столицы, вот, ну, как вот, же, вот как же тогда? Поэтому я, конечно, очень бы хотела, и тем более там есть лофты, но у нас появились часы, и то, что я сделаю в Петербурге, вы знаете, в следующий раз. Настя, спасибо тебе большое, ты прекрасно выглядишь, ты просто супер, мы тебе желаем позитива и всего самого доброго, и теперь прощаемся с аудиторией. Да, спасибо, что вы были с нами. Извините, пожалуйста, что мы на все ответили вопросы. Мы болтали. Нам было не до вас. Только без письма. Все, пока-пока. Пока. Спасибо, Алис. Спасибо, Настя. Пока-пока. Пока.